Сьогодні в програмі виділення у жінок під час вагітності. Спільний сон з малюком. Очікування батьків та можливості школярів. Поради спеціалістів. Вагітних, особливо первістком жінок, турбують виділення, які значно збільшуються під час виношування дитини. Дехто панікує і вважає це аномалією, але лікарі мають тому своє пояснення. Когда женщина забеременела, еще орган такой, как матка, который содержит саму беременность, он очень маленький. И все то, что обслуживает этот орган, тоже еще все очень небольшое. Но беременность растет. 280 дней она происходит, и она растет, и родовые пути готовятся вместе с ней. Если у женщины наружные половые ее органы, они были тоже маленькие, сухонькие, то, конечно, готовясь родить плода 3-4-килограммового, нужно иметь не такие маленькие органы. Із збільшеним терміном вагітності збільшується та видозмінюється піхва. Это трубчатый орган, слизистый, многоскладчатый такой, способный к растяжению. Так вот он должен приформироваться так, чтобы он мог растянуться и не порваться. Конечно, бывает, что и рвется, но в идеале то нет. Вот. И выпустить плод, который будет весом там 2,5 или 4,5 килограмма. Вот. Естественно, наружные гениталии тоже несколько вот увеличиваются в размере. Прямо пропорційно терміну вагітності та розмірам піхви збільшуються виділення. Ну, раз влагалище увеличилось, стало быть, слизистая будет продуцировать несколько большее количество выделений отделяемого. Вот, поэтому этого пугаться не надо. Всегда вот этот какой-то транссудат, как мы называем, во влагалище присутствует. И это нормально, если нет патологических примесей, там кровь, гной или что-то еще. Вот. Понимаете, там творожные какие-то вот эти грибковые, да, налеты. Отже, збільшення виділень – це не проблема, або, верніше сказати, проблема суто гігієнічна. Не надо женщине пугаться, все это скукожится, уменьшится и будет как было. Рідненький, тепленький комочок мирно сопе біля матусі, наповнюючи материнське серце ніжністю та любов'ю. От така собі ідилія розбивається об поради досвідчених жінок. Ні в якому разі не привчай спати біля себе. Як же вчинити? Це така турбуюча тема. Є в цьому свої плюси, свої мінуси. Фахівці вбачають у спільному сні матері і дитини чимало позитивних моментів. Коли дитина маленька, звичайно, її щось турбує, можливо, погано дитина спить, можливо, особливо, коли дитину годують груддю, то дійсно матусі дуже зручно взяти до себе дитину, пригорнути, нагодувати, вона краще спить. Можливо, це десь якісь позитивні такі моменти. Більш спокійніша, скажімо так, дитина стає. Але тут з протестом може виступити тато. Він чоловік, і він звик спати по-іншому. А можливо, коли спить поруч дитина, треба більш акуратніше. Да? Матуся, вона більш чутлива до цього. Ну і все ж таки, це дорослі люди, які повинні спати окремо. А у дитини повинен бути свій особистий простір. Таким простором в першу чергу стають предмети першої необхідності, які ми купуємо одразу після народження дитини – ліжечко та візочок. Можна спостерігати, як діти люблять свої ліжечка, як вони люблять свої колясочки. Тобто можна поставити там якусь іграшку, якісь там улюблені іграшки дитині, щоб вона поруч з ними засинала.
можна заснути разом, покласти з собою дитинку, щоб вона заснула, і потім перекласти її. Вона буде прокидатися, вона буде бачити, що вона знаходиться в своєму ліжечку, поруч із своєю улюбленою іграшкою. Це теж буде позитивно впливати на звикання дитини до свого ліжка. Але все добре у міру, адже в певному віці користь від спільного сну мами та дитини переростає в погану звичку, яка починає дратувати усіх дорослих членів родини. До 3-4 років, якщо дитина спить разом із дорослими, з батьками, її потрібно відлучити від цього, тому що потім буде дуже важко. Можна підсунути своє ліжечко дитини до ліжка дорослих, якщо воно знаходиться поруч, і зняти ту стіночку, і дитина буде думати, що вона поруч з батьками, але все ж таки вона буде знаходитись на своїй території. Взагалі нічого поганого в цьому немає, але все ж таки, щоб дитина правильно формувалася, то ліжко своє повинно бути обов'язковим. Батьки завжди бачать свою дитину в майбутньому успішною та впевненою в собі. Але не завжди наші сподівання справджуються. У моего ребенка низкая самооценка, или мой ребенок не уверен в себе. И это мешает ему хорошо учиться, общаться со сверстниками, мешает достигать каких-то успехов. В чому причина невпевненості дитини? Родители склонны видеть проблему такой ситуации, которая создается в учителях, в сверстниках, в школе, в обстановке. А дети, как это ни странно, всегда говорят о родителях, о том, как родители с ними разговаривают, как родители их видят. Поэтому всегда, если такая ситуация создается, нужно прежде всего понять, почему так происходит, что сам ребенок готов сделать для того, чтобы устранить эту ситуацию. Що ж робити, як виховати впевнену в собі людину? Во-первых, всегда слушайте своего ребенка. И слушайте не на бегу, не в полуха. Действительно, выслушивайте, что говорит вам ваш ребенок. Потому что если он обращается к вам один раз, второй, третий, и вы ему говорите, давай не сейчас, я слишком занят, у меня сейчас нет времени, то впредь ему не захочется с вами делиться своими сокровенными событиями, ну и вообще в принципе общаться на какие-то темы. И если вы будете слушать своего ребенка, это будет вашей гарантией того, что ребенок никогда не откажется от общения с вами. Завжди слідкуйте за своим спілкуванням с дитиною. Пытайтесь не давать негативную оценку тому, что вы видите. Такие фразы, как «что за бред ты слушаешь?» или «что это за чушь?» «Сними это немедленно!» «Какой ужас!» Это все ведет лишь к тому, что ребенок будет защищаться, он будет сопротивляться, он будет отстаивать свое право на то, чтобы делать именно так. Поэтому не запрещайте, а старайтесь понять. Может быть, объясните свою позицию ребенку. Вы можете использовать такие фразы, как «мне кажется, что было бы лучше, если бы ты сделал так», «я считаю, что можно было бы сделать по-другому». Дайте ребенку информацию, дайте ему пути решения проблемы какой-то, дайте ему какие-то, возможно, конкретные шаги, приблизительно, как он может поступить. Но никогда не запрещайте, потому что это будет только лишь сопротивление. Сміх не завжди буває корисним. І коли переходить у висміювання, приносить багато шкоди. Никогда не висміюєте ребенка. В отношениях с людьми смех может быть как положительным, так и самым страшным оружием. Ирония, которая исходит от родителей, от близких людей, она может принести очень плачевные последствия. Если вы, общаясь со своими родственниками, друзьями, знакомыми, особенно в присутствии ребенка, с иронией
с юмором говорите о том, как у него что-то не получилось, как он что-то неудачно сделал, как-то неудачно оделся. Это будет вести лишь к тому, что ребенок будет разочаровываться в самом себе и в следующий раз просто не будет пытаться даже что-то делать, зная, что все равно вы относитесь к этому несерьезно. Згадайте, чи було вам приємно, коли ваші батьки порівнювали вас з іншими дітьми? Думаємо, що ні. Не робіть і ви цього. Діти наші, вони завжди слышать немножко не так, як ми це їм говоримо. Тобто наші фрази, такі як «от смотри», твои одноклассники уже все давным-давно получают хорошие оценки, а ты еще плетешься в хвосте. Ребенок это слышит, как вот они хорошие, а ты плохой. И чем больше таких вот сравнений будет в жизни ребенка, тем больше он будет не уверен в себе и понимать, что он плохой для своих же собственных родителей. А если он плохой для своих близких людей, то, естественно, и в обществе ему будет неуютно и некомфортно. Підбадьорюйте дитину, частіше вказуйте на її позитивні якості. Предложите йому хотя бы в рамках семьи, предложите йому перечислить, написать на бумаге, обязательно прописать, потому как это очень действенный способ, свои хотя бы пять положительных качеств. И вы со своей стороны можете тоже прописать рядышком 5 положительных качеств своего ребенка. Вы увидите, как ребенок удивится тому, что вы видите в нем что-то положительное, в том, что он будет вас спрашивать, неужели действительно ты так думаешь, неужели я такой хороший. Это действительно так, потому что хвалить своих детей нам зачастую некогда или мы не считаем нужным, а хвалить обязательно нужно. Не забувайте хвалити свою дитину. Вона потребує підтримки, навіть якщо не зовсім відповідає вашим прагненням та уяві. Ваш ребенок – это не вы, это совершенно другой человек со своим миром, со своими мыслями, со своими идеями. И если ваш ребенок не оправдывает ваших ожиданий, не стоит бесконечно ему об этом говорить и рассказывать, что вот я думала, что ты будешь другим, или я ждала от тебя совершенно других действий. Помните о том, что ваш ребенок – это индивидуальность, и чем больше вы напоминаете ему о его недостатках, тем больше он будет замыкаться в себе и не будет ни к чему стремиться. И даже те задатки, которые у него есть, даже если это не те задатки, которые вы ожидали, они не будут развиваться, потому что он просто будет бояться или не хотеть что-то делать.